Привет! Сегодня нашим героем обзора стал холодильник «Бирюса», который прекрасно впишется в любую кухню благодаря своим компактным размерам и функциональности. За время использования этого агрегата я успел оценить все его достоинства и недостатки. Могу с уверенностью сказать, что он отлично подойдет для небольших квартир или как второй холодильник в доме. Оставайся со мной, чтобы узнать все подробности и особенности этой модели. Внешний вид этого холодильника поразит любого, кто ценит минимализм и функциональность. Его высота достигает 180 см, ширина всего 60 см, при глубине 62,5 см, что делает его достаточно компактным, но вместительным. Вес устройства составляет 57 кг, благодаря чему он стабильно стоит на любой кухонной поверхности. Лаконичный белый цвет подчеркивает стильный дизайн и идеально вписывается в интерьер современной кухни. Одной из удобных функций является возможность перевешивания двери, что позволяет адаптировать холодильник под любое пространство. Это особенно актуально, если ты планируешь переосмысливание кухонного пространства или часто меняешь местоположение мебели. И не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь не только полезную информацию, но и специальные скидочные промокоды для моих зрителей, которые помогут приобрести этот холодильник по выгодной цене в надежных магазинах. Изучив этот холодильник в деталях, я готов поделиться с тобой его уникальными характеристиками. Объем холодильной камеры составляет 240 литров, что идеально подходит для семьи среднего размера, тогда как морозильная камера вмещает 80 литров, достаточно для запасов замороженных продуктов. Особенно удобно, что морозильное отделение расположено сверху, легко, доступно и практично. Этот холодильник относится к классу энергоэффективности A, что обеспечивает экономию энергии при сохранении оптимальной производительности. Максимальный уровень шума всего 39 дБ, что делает его одним из тихих на рынке. Управление устройством механическое, что обеспечивает надежность и легкость в использовании. С одним компрессором и двумя камерами этот холодильник оптимизирован для домашнего использования. Климатический класс N гарантирует его эффективную работу в умеренных климатических условиях. Холодильное отделение оснащено четырьмя полками из стекла и пластика, что обеспечивает удобство в использовании и легкость в уходе. Автоматическое оттаивание холодильной камеры существенно упрощает эксплуатацию, в то время как морозильная камера требует ручного размораживания. Автономное сохранение холода на 12 часов при сбое питания, минимальная температура морозильной камеры минус 18 градусов Цельсия и мощность замораживания 6 кг в сутки гарантируют, что продукты останутся свежими и замороженными. Освещение LED делает содержимое холодильника видимым в любое время суток. Этот холодильник – настоящий помощник в хранении продуктов, сочетая в себе технологичность и удобство. По мнению владельцев, у этого холодильника есть свои недостатки и достоинства. Минусы. Ниже стандарта. Сложная регулировка полок. Плюсы. Компактный. Вместительный. Тихий. Яркое освещение. Верхняя морозилка. На этом наш обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Оставляй свои комментарии и мнения о модели, мне будет интересно узнать, что ты думаешь. Если тебе нравятся такие обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это поможет мне делать больше интересного контента для тебя. До скорой встречи!